Три дня активностей, творческих мастер-классов, обмена опытом и новых знакомств. Молодежный центр стал площадкой межрегионального фестиваля инклюзивного творчества «В ритме равных», который прошел в Сарове впервые. В закрытый город приехали гости из Москвы, Самары, Республики Бурятии, Тамбовской, Владимирской, Нижегородской областей. Нижегородский клуб исторического фехтования «Легион» приехал на фестиваль со своей интерактивной площадкой. А представитель клуба Мария Бешерова подготовила лекцию по созданию социально ориентированных НКО. Замечательный молодежный центр, очень много разных активностей. Очень радует, что они работают активно и хорошо с ребятами с ОВЗ, потому что не все к этому готовы, не все это умеют, они это делают хорошо, с успехом. Поразило, что, например, в молодежном центре проходят всероссийские соревнования, хотя, казалось бы, город закрытый, все здорово. В рамках форума сейчас познакомимся, но пока площадки по программе очень интересные, ждем. Первый день фестиваля был насыщенным. В зимнем саду «Кванториум» Саров организовал для всех желающих работу интерактивной площадки «Инженериум» с битвой роботов, спил с картами и инновационной точкой притяжения. После этого состоялось торжественное открытие фестиваля. Уникальное для города мероприятие. Впервые в течение трех дней люди с особенностями здоровья будут обмениваться своим творческим опытом, умениями, навыками, показывать, что они умеют, и, конечно же, да, все мы будем ждать финального гала-концерта. Я рада присутствовать на вашем фестивале и выразить благодарность тем, кто принимает участие, тем, кто, значит, он идет неукоснимо к своей цели и понимает, чего он хочет добиться в жизни. Родителям ребят, которые сопровождают их учителей, наставников, потому что это очень важно, дать уверенность, дать силы, дать свою любовь и заботу. Ирина Макарова вручила благодарственное письмо методисту молодежного центра Екатерине Никаноровой, руководителю проекта «В ритме равных». Затем в актовом зале состоялся семинар «Стирая границы», на котором специалисты, работающие с детьми и молодежью с ОВЗ и инвалидностью, поделились опытом своей работы. Семинар завершился подведением итогов городского конкурса добровольческих объединений города «Зажги добро». А пока шел семинар, для детей и молодежи с ОВЗ работали площадки «Территория импульс». Здесь ребята занимались мыловой вареньем, скрабукингом и расписывали сумки-шоперы. Все это стало возможным благодаря тому, что мы выиграли фонд президентских грантов с проектом «В ритме равных». «В ритме равных» – это проект, направленный на обучение молодежи с ограниченными возможностями здоровья и молодежи без ограничений на совместное обучение театральному, вокальному, танцевальному мастерству. И в течение 8 месяцев это обучение проводилось и заканчивается все шикарным, инклюзивным, межрегиональным фестивалем «В ритме равных». А чему ребята научились в лабораториях танца, вокала и театрального мастерства, они продемонстрировали на закрытии фестиваля, на финальном гала-концерте «Зажигай». На одной сцене встретились артисты из Сарова и из других городов. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.